В воскресенье 1 сентября состоится 6-й открытый фестиваль «Акция «Музыканты против войны». Он пройдет в культурно-досуговом центре «Молодежный», расположенном в селе Юдино. Фестиваль объединяет музыкантов, певцов, танцоров, представителей молодежных субкультур, которые своим творчеством хотели бы выразить единение с борцами за мир всех стран и народов. Программа начнется с торжественного открытия в 16 часов.